В Набережных Челнах двое подростков 15 и 16 лет напали на своего работодателя. Молодые люди трудились грузчиками у предпринимателя, который продавал арбузы на одном из рынков. Подростки решили похитить у него деньги. В квартиру потерпевшего они попали, представившись членами молодежного движения по борьбе с коррупцией. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вооружившись отверткой и бейсбольной битой, надев маски, шапочки и перчатки, они проникли в его квартиру и нанесли родственнику коммерсанта не менее 5 ударов отверткой в область головы. В это время на помощь ему поспешил хозяин дома, который, несмотря на полученные удары бейсбольной битой, отобрал ее у нападавших. После этого злоумышленники убежали.